Думаешь, я тебя боюсь, женщина? Уйди отсюда! Куда мы едем? Я не знаю, куда мы едем. Мне страшно, Боже, очень страшно. Так ты сидишь за рулем. Куда мы едем? Ты должен знать, куда мы едем. Посмотри на него. О май гад. Точно, Максим. Сегодня же 31 число. Сегодня Хэллоуин, Максим. Какой Хэллоуин? Это какой-то ужас. Мне страшно, Боже. Чудо пауки. Максим, подожди, подожди. Праздник Хэллоуин — это когда все переодеваются в страшные костюмы и пугают друг друга, а также собирают конфеты. Все очень просто. Зачем? Зачем это делать? Что делать? Посмотри, как страшно. Откуда я знаю, Максим? Ну просто есть такая традиция — наряжаться в костюмы, пугать друг друга. Какие тебе еще ответы нужны от меня? Пойди, поешь грибочек. О май гад. Нифига себе у него адское лицо. И тыквы такие гигантские. Как они их вырастили? Я не знаю, на какой ферме такие тыквы растут. А я знаю, на моей ферме растут такие большие тыквы. Да, как этот праздник называется еще раз? Хэллоуин. Хэллоуин, Хэллоуин. И прямо сейчас проходит праздник Хэллоуин на Black Russia, на сервере Чока. Вы можете вместе с нами отметить этот праздник, а также использовать мой промокод #ban в разделе промокоды, который даст вам очень крутые бонусы. Временную тачку, VIP-статус и много чего другого прикольного. Максим, отвернись. Отвернись, пожалуйста. Отвернись. Ладно, давай мы оба отвернемся. Давай оба отвернемся. Так, расходимся. Давай. Встречаемся через одну минуту. Чё задумал, интересно? Максим, ты даже не подозреваешь, что же я задумал. Ребята, наверное, вы тоже догадались, что я сейчас собираюсь сделать. Правильно. Меня кто-то преследует, Максим. Чё случилось, а? Я серьезно, Максим! Где ты? Тут какой-то вурдалак бегает! Он бежит на тебя, Максим! Он куда-то исчез, Максим! Помоги! Да ладно, Максим, я шучу. Это я, Максим. А где? Вот он я в костюме вурдалака. Ах, как тебе? Странец, блин! Да правда, я не знаю, что тебе сделал. Хорошо, постой, твердись здесь, постой здесь. Сейчас я приду. Хорошо, постой, я стою здесь. Только давай. Держись. Давай, я отвернулся. Ну, на праздник Хэллоуин все игроки переодеваются. Все люди переодеваются в страшные костюмы. Я тоже решил переодеться в вурдалака. Появились новые скины. Заходим в раздел донат, Максим. Заходишь в раздел скины. Тут у нас есть вурдалак, маньяк. Можешь зайти в акции. В акциях тоже много чего интересного. Тут, например, есть новая тачка Лотус. Хэллоуиновская. О, кстати говоря, почему я себе еще крылья не купил? Крылья демона для вурдалака. Сегодня же у нас Хэллоуин, ребята. Хотя, возможно, вы смотрите этот ролик не на Хэллоуин. Страх, блядь, ха-ха, я пришел за тобой. Я пришел, чтобы съесть тебя. Максим. Что, страшно? Да, это было жутко. Слушай, крутой костюмчик. А почем купил его? Я не знаю, я его давно купил еще. А-а-а. Я понял, что это хэллоуинский костюм. Я думал, это просто так добавили. Это, кажется, праздник какой-то. Ничего себе. Ну да, это праздник. Слушай, я тоже так могу. Ну, если честно, это не страшно. Это похоже... Нет, не страшно. Это как будто бабушка смеялась. Так, ну что, Максим, я предлагаю в честь Хэллоуина зарубиться с тобой в батл кейсов. Зайти в автокейсы и... Да давай ты новую тачку купи, пожалуйста. У меня просто донаты не хватает. Купи новую тачку за донат хэллоуинскую. Давай ее зачуни. Ладно, ладно, ладно. Она стоит 4000. О май гад. Очень дорого, Максим. Ладно, хорошо, я выберу белую тачку. Загрузить транспорт на месте парковки, правильно? А что везде ковки лежат, Бози? Это что за бред? А как они растут? У них сразу рожицы кинули. Это Хэллоуин. Не задавай глупых вопросов. Опа! Смотри-ка, новенькая тачка Лотус! Как тебе? Ой, смотри, какая она миленькая! Какие глазки у нее! Стоп, а там тыквы? Машина в спе. А, нет, показалось. Это всего лишь... Чё? Оранжевые лампочки. Не, я подумал, что это тыквы там такие маленькие, встроенные. Давай, запрыгивай внутрь. Давай затестируем эту малышку. Ну давай, покажи, так, что она может. Включаю двигатель, давай. Слушай... Дай на газ, давай!
Она такая миниатюрная! О! О! Откуда? Убил уже, разбиваешь тут, чё, бойся, аккуратно! Ага! Так, Максим, куда едем? Тюнинговать эту тачку? Слушай, я предлагаю, знаешь, что можно сделать? А может, мы ее затюним? Отличная идея, Максим. Ой, ты не против, если я немножечко покатаюсь? Нет, стой! Да, пока! Вылезай из моей машины! Ах, опять он уехал. Ладно, пойду пешком до автотюнинга. Хотя бы знаем, куда он направляется. О, кстати говоря, давайте-ка мы с вами зайдем в раздел донат. Новый Black Pass, ребята, из которого мы можем с вами получить новую тачку. Еще одну. Давайте мы с вами долистаем до самого конца. Так, тут у нас Lotus. Что это? Эксклюзивная ГАЗ-2402 гробовозка на Хэллоуин. Может быть, подарить эту машину Максиму Ватковскому? Мне кажется, он заслуживает эту тачку. Что ж, давайте мы с вами активируем себе премиум. Моментальное открытие 10 уровней. 1700 блэккоинов. Давайте мы с вами дойдем до последнего уровня. Награды заберем немного попозже. Вы только посмотрите, как много наград в этом блэкпассе. Тут есть временные тачки. Ламборджини Хуракан на 12 часов. 20 тысяч мы с вами получили за прохождение уровня. Лотос мы с вами затюнингуем, а Максим у нас, наверное, будет кататься на гробовозке. Скин Димитреску? Это та самая великанша из Resident Evil! Oh my god! Возможно, нам сейчас удастся во второй раз напугать Максима Ватковского. Временная яхта на 24 часа. Вы представляете? Это очень круто. Лотус у меня уже эта тачка есть, только она навсегда. Золотой кейсик. Корона демона. Скин сестры. И гробовозка. Наконец-то я до нее добрался, ребята. 51 уровень Black Pass. Так, теперь вбиваем с вами команду slash BP rewards и забираем с вами нашу точилу. ГАЗ-2402 Хэллоуин. Переодеваемся. Хо-хо-хо-хо. Вы посмотрите на эту мадам. Теперь я действительно Полина Хлебабулка. Максим! Ой, ты где? Проблема тут, короче, ко мне какая-то женщина пристала. Страшно. Я твою машину, кажется, разбил. Выйди из машины, мальчик. Выйди из машины! Думаешь, я тебя боюсь, женщина? Уйди отсюда! О, воу-воу, ладно, Максим, это я. Давай, я запрыгиваю. Что у тебя с машиной произошло? Оу, смотри, у меня платье торчит из машины. Это леди Димитреска. Чё, какая треска, чё? Димитреска. Ладно, все, забей. Поехали, поехали в автосалон. Как мы поедем? Я машину твою раздолбал, она не едет теперь. Ладно, у меня есть новая машина, идем обратно. В смысле новая, дружочек? Постой, рассказывай. Сейчас я тебе все покажу и расскажу. Откуда? Из Black Pass'а! Чё ты себе всё покупаешь, пусть я мне не покупаешь? Ну купи мне тоже какую-то машину, а! Ну сейчас я тебе подарю тачку, на которой ты будешь кататься, Максим. Она прикольная, она скоростная, она... это спорткар. Ну так-то да, Максим, она реально очень прикольная. Давай, давай, показывай! Вон та самая машинка, еще одна тачка, новенькая. Капец, сколько машин у тебя уже, пози, тебе не стыдно? Много машин не бывает. Итак, Максим... Представляю тебе твою новую тачку! Суперскоростная ты тачка! Чё? Мой подарок ты для тебя, чё? Максим! Я ты открыл чё? Ее! Сядь, сядь, зацени эту тачку, а! Да запрыгивай внутрь! Давай-ка я здесь сяду! Ну-ка, Максим, от первой... О, ты посмотри на панель у этой... Вау! Сзади гроб! Это ты, да, сделал? Это ты сделал, Максим? Я не буду на ней кататься! Я не буду на ней кататься! Чё это твоё? Чё это за гроб там? Ладно, Максим, погнали её затюнингуем. Если честно, это вообще-то ни в какие рамки не годится. Давай, запрыгивай. Максим, я ее затюнингую только для тебя. Максимка, мы с тобой на месте. Поэтому, Максим, сейчас мы затюнингуем. Смотри, Максим, какого цвета тебе нужна машина? Желтого? Красного. Ладно, выберу желтый цвет, конечно же. И цвет дисков тебе тоже желтый. Ого! Мои ноги торчат из машины. Какой ужас. Сейчас твои ноги у тебя будут торчать из одного места, если ты не покрасишь машину в красный цвет. Быстрее! Все, Максим, кажется, я ее затюнинговал. Тебе должно это понравиться. Смотри, это твоя машина. Желтая, а? Даже слегка оранжевая, как тыква, Максим. Я знаю, ты любишь тыквы. Давай, Максимка, садись за руль. Эта машина только для тебя. Это машина таксиста какого-то, я не знаю, который перевозит мертвецов. Ну да, ведь сегодня Хэллоуин. Ты меня пугаешь этим смехом. Больше так не делай. Какая крутая тачка, я всю жизнь о ней мечтал. Спасибо тебе, Бойди. Ну, Максим, она просто идеально подходит для твоего костюма. Я знал, что ты оценишь это. Да, она очень идеально подходит, да. Я согласен с тобой, Бойди, мой лучший друг. Да, ты прав.
Мне очень приятно, спасибо, что заботишься обо мне, спасибо, что купил мне такую чудесную машину. Да пожалуйста, дружище, для тебя вообще ничего не жалко. Это теперь твоя гробовозка, только твоя, Максим. Спасибо, Пози, ура, я очень счастлив. Я готов кричать на весь город, что я счастлив. Ладно, а теперь поехали до моего лотуса. Как же не хочется потерять такой подарок от Пози, Не-не-не-не-не-не-не, что ты делаешь? Что? Не пытайся ее скинуть в воду. Бойся, ни в коем случае. Ой, поехали. Ой, не работает управление. Ладно, Максим, делай, что хочешь с этой машиной. Это теперь твоя машина, твой главный транспорт. А я пойду до своего спорткара. Да садись, довезу. У меня машина желтая, как будто таксист. Давай, подвези. А я тебе 1000 рублей. Давай, хорошо. Какой-то странный путь ты выбрал, Максим. Так будет короче, так будет быстрее. Не-не-не-не-не. Максим! Ладно, Максим, я немножко тебя попранковал. Ничего страшного, запрыгивай в этот лотус. Сейчас мы его затюнингуем и поедем дальше. Мы сюда заезжаем во второй раз. Почему здесь бегает какой-то голый мужик? О боже. Смотри-ка, хэллоуиновские винилы. Синего цвета с тыквами. Да, появились, вот эту тачку можно поставить. Вот это выглядит реально прикольно. Вау, вот это прям такая, знаете, вампирская машина. Давайте выберем самую лучшую винилку, которая здесь есть. Я думаю, что нужно выбрать что-то с тыквой связанное. 100%. Хэллоуин это у нас тыквы. Тыквы мы с вами любим. Ладно, на самом деле я не особо люблю кушать тыквы. Они не самые вкусные, но все же. Мне нравится дух этого праздника. Так, тыква. О, вот это я и оставлю. Ребята, кажется, я выбрал для себя классную винилку. И цвет дисков, пускай будет оранжевого цвета, да? Мне кажется, выглядит ничего так. Выезжаем, сейчас оценишь винилы, Максим. Готов? Полегче, да? Ничего себе! Максим, и что мы с тобой должны сделать на этой классной тачке? Куда мы должны на ней поехать? Давай, Максим, ты знаешь это слово. И... Вода! Нет, и в... Иван! И в... Ива! Че это за мероприятие тут такое? Че происходит, а? Это какая-то тайная, секретная, таинственная, загадочная, мифическая, мистическая деревня, которая появилась на сервере Чока. Все бегут туда, все оттуда убегают. Что происходит? Так, давай, выходим, выходим из тачки. Что это, 13 секунд? Что это значит? 10 секунд? Чего? У меня какой-то отчет идет. Что это значит? 7 секунд? А, запрыгивай быстрее сюда, забегай! Я не понимаю, мы с тобой в каком-то лесу. Давай, 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 не отставай от меня, Максим. Что это за лес такой загадочный? Он на самом деле выглядит очень жутко. Выглядит так, как будто бы здесь должен жить какой-то маньяк. И, судя по всему, я нашел его дом. Ведьма! Подойдите ближе для взаимодействия. Взаимодействие с персонажем. А чувствуешь? Чувствуешь этот запах? Мертвые призраки, они встают. Встают, чтобы прийти в этот мир. Весь мир погружается в мрак. Мне срочно нужно закончить дело, порученное чародеем. Я не могу подвести его. Так, нам нужно найти 3 черные розы, которые спрятаны в черном лесу. Я взял это задание. Где же нам найти с тобой эти черные розы? Угу, как много людей-то здесь! Ты смотри! Что там, деньги раздают или что? Не знаю, давай-ка подойдем сюда. Регистрация на мини-игры, смотри, Пози, води слэш гейм. Мертвая рука или охота на ведьм, что выберем? Мертвая рука, пусть мертвую руку выберем. Давай, давай, нажал, дальше, убийца выживший. Давай, выживший, выживший, почему бы и нет? Давай, 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 давай. С другими игроками, вы были добавлены в лобби. Может быть, мы с тобой даже будем в одном лобби, Максим? Может быть, а что это за игра, что надо делать? У меня все потемнело, генератор отмечен у вас на GPS. О, я тебя вижу, Максим, привет! В палатку, быстрее, в палатку, прячемся, прячемся! Зачем, зачем, как туда залезть? А что делать? Не знаю, кажется, мы с тобой на каком-то кемпинге. Какой-то генератор, пойдем найдем его. Ну вот же, смотри, кажется, он у этой красной отметки. Так, подходим сюда. А у тебя в другом месте отмечен, а у меня в другом, у меня... Этот генератор уже чинят, написано. У меня вон там, далеко. Ну ладно, пойдем в ту сторону. Пази, вон он! Тихо, кто это? Кто это? О нет, о нет, о нет, о нет! Кажется, он идет за нами, так! Я буду держаться рядом с другими игроками! Пози, защищай меня! Я жалю генератор, быстрее! Он идет за мной, мне страшно, Максим! Я бегу в лес! Отвлекай, отвлекай, отвлекай его! Я пытаюсь его отвлекать! Кажется, он меня потерял из виду! Отлично! Ой-ой-ой, деревня! Я чиню, давай, Пози, какая стрёмная деревня! Так, я вернулся к нашим палаткам, судя по всему! Почему? Как я сделал этот круг? Я не понимаю... А, нет, тут другие палатки! Где может быть еще генератор? Ты знаешь, где может быть еще генератор? Я чиню,
О, я тебя вижу, я тебя вижу. Все, дочинил? Да, все, успешно починил. Все. Так, теперь куда? Не знаю, как следующий генератор или что? Ну, а где следующий, может быть? Осталось два генератора мне показывают. Да, у меня тоже написано, осталось два генератора. Ну, давай искать тогда. Они у меня даже никак не отмечены, честно тебе скажу. Может, они поначалу отмечены, а потом нам нужно самим искать их? Ну вот, я один нашел, по-моему. О, починен написано. Ах ты, елки-палки, его уже кто-то починил. Пойдем новый искать. Знаешь, что это мне напоминает? Это мне напоминает ДБД. Dead by Daylight. За нами бегает чувак, мы с тобой чиним генераторы и передвигаемся по страшному лесу. Ничего не понял, что ты сказал, ну ладно. Это побег, это пятница 13-я, ты понимаешь? Какая пятница 13-я? Сегодня 31 октября, какая пятница? А, ну мог бы подыграть хотя бы. Пятница 13-я, понимаешь? Это такое страшное число. Да, мне очень страшно, да, очень страшно. Ой, все, нет у тебя никакого духа Хэллоуина. Да все, у меня есть. Почини генератор. Все, процесс ремонта 0%. Если что, прикрывай меня. 15%. Пойди сюда, пойди сюда. Да все, отстань от меня. Я чиню генератор. Катя, маньяк! Да ты прикалываешься. Он меня убил! Беги, 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 беги! Я ничего не вижу, у меня в глазах потемнело, мне аж плохо! Максим, ну ты бы сказал, что маньяк бежит. Я думал, ты прикалываешься и пранкуешь меня в очередной раз. Я же так и сказал, я же так и сказал. Максим, я никогда не понимаю, когда ты меня пранкуешь и когда ты меня не пранкуешь. Я никогда не пранкую, я серьезный человек. Ладно, все, Максим, пора заканчивать этот ролик. Все, да, давай, Максим. Все, пока, пока. Хорошо, ладно, все, пока, давай, до встречи. Ну что ж, ребята, большое вам спасибо за просмотр этого видоса. Если он вам понравился и хоть чуточку поднял вам настроение, обязательно поставьте свой лайк под этим роликом. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А также не забывайте скачивать Black Rush по ссылочке в описании и заходите на сервер Чока. Также используйте мой промокод #BAN, который даст вам крутые бонусы. Ссылку на канал Максима Ватковского я тоже оставлю в описании под этим видео. Адиос!